Здравствуйте! Компания «Металлолом» приветствует вас на нашем складе. И сегодня хотим вам рассказать про БУ-рельсы R65 первой группы. Такие рельсы применяются повсеместно при строительстве железнодорожных магистралей и выездных путей. Нам поступила партия рельс БУ-R65 первой группы износа, и нас часто спрашивают, что такое рельсы первой группы. Отвечаем. Первая группа износа – это рельсы с вертикальным износом до 4 мм, без бокового износа, а также без различных дефектов по голове, подошве и шейке рельс. Как вы видите на этом видео, в этой пачке лежит хорошая партия рельс, и еще лучше мы можем предложить своим клиентам практически в любых объемах. Обращайтесь, всегда будем рады вам помочь.